Это кайф. Обалденно. Дабы не терять время, сразу отправляем рыбку на разогретую сковороду с маслом. Рыбку не забываем перевернуть вовремя. Еще минутка и снимаем. Рыбку убираем. На ее место отправляем помидорки. И сразу же шпинат. Пусть тушится. Добавляем затем сливочки. У нас жирненькие. О, как красиво. Солим, перчим. И в эту красивущую массу мы добавляем горбушу. Возвращаем, так сказать, на родину. Кайф. Это кайф. Обалденный. Ну, насчет гарнира сами выбирайте, что угодно можно.